Дорогие друзья, поскольку в ближайшие дни, в субботу, воскресенье, будет проходить нон-фикшн, так называемый, выставка литературы, вот, в том числе детской и так далее. И сейчас вот я смотрю, делают коллеги объявления такие, что кто хочет встретиться, значит, с нами там-то, вот на нон-фикшене в Москве, пожалуйста, сообщают дату, число, вот, много дней подряд уже это такое. И я хочу тоже сделать объявление, потому что, ну, я знаю, что, ну, что я буду, значит, ну, скромничать уж так уж. Ну, я понимаю, что у меня есть свой читатель довольно давно, есть свой зритель, вот. Значит, и поэтому я тоже вот хочу сделать некотором роде объявление. Значит, друзья, читатели, друзья, просто друзья мои, значит, которые, так сказать, следят за моим, так сказать, как бы это помягче выразиться, творчеством. Значит, если вы хотите не встретиться со мной на предстоящем нонфикшене, так, давайте посмотрим сейчас, что у нас там в программе. Значит, во-первых, пожалуйста, сразу давайте, извините, я выпадаю несколько из кадра, вот, это такой символ моего выпадания, наверное, из социальной жизни. Так, значит, встреча с режиссером Оливером Стоуном, пожалуйста, пожалуйста, приходите, значит, там мы с вами не встретимся, значит, пожалуйста, это... 30-го, кажется, ноября. Дальше, пожалуйста, некая Наталья Громова представит книгу Ольга Бергольц «Смерти не было и нет». Очень серьезно говорю, хорошая книга, там не встретимся обязательно. Вот. Дальше, значит, презентация новой книги Юрия Вяземского, вот, пожалуйста, умники и умницы, которые там, пожалуйста, можем не встретиться. Вот, значит, Михаил Веллер, авторская встреча. Нет, ну там-то, конечно, конечно, пожалуйста, подходите, можем не встретиться, как говорится, вообще без проблем. Дмитрий Быков. Люблю его слушать, читать, хотя со многими его высказываниями спорю. Пожалуйста, Дмитрий Быков, встреча с ним, подходите, не встретимся там мы с вами. Вот, подведение итогов литературного фестиваля «Русский рифмы», ради бога, не встретимся, вот, там, встреча и автограф, сессия с Пинхасом Полонским, ну, как с Пинхасом, чтобы там, как говорится, чтобы меня уж там-то не было, вот, а меня там не будет, пожалуйста, встретимся, и, то есть не встретимся, вот, значит, кроме того, нельзя забывать о том, значит, что будет еще и встреча с авторами непосредственная в Центральном доме художника на Крымском валу. Вот, значит, издательство «Эгмонт», значит, приглашает на встречи с авторами. Пожалуйста, вот я перечислю даже некоторых, значит, пожалуйста, Артур Геворгизов. Ну, кто не знает Артура Геворгизова, вот, там, Михаил Яснов, Дина Бурачевская, Диночка замечательная, мы с ней общались хорошо на Дергизе, Валентина Дегтева. Ну, Валентина Дегтева я вообще, как говорится, человек мне, можно сказать, жизнь спас и спасает, поэтому там, ну, понимаете, 2 декабря в субботу вот на Крымском валу мы с вами, ну, просто обязательно не встретимся. Значит, теперь по стендам. Значит, это очень важная информация, пожалуйста, запомните или запишите. Около стендов издательства «Аквилегия», прекрасное издательство. Значит, имел честь печататься там. Они мне даже заплатили, да, и платят иногда за переиздание. Вот, это очень хорошее, очень редкое издательство, вот, «Аквилегия». Значит, там мы можем с вами не встретиться и в субботу, и в воскресенье. Пожалуйста, подходите, как хотите, в любой день, в любое время.
я всегда буду рад с вами не встретиться. Вот. Дальше стенды издательства «Росмен», значит, где я никогда не публиковался. Вот. Пожалуйста, подходите. В общем, не встретимся, вот. Не поговорим. Вот. Не почитаю свои стихи. Ну, в общем, все, что не хотите. Теперь очень важно мне сказать о стендах издательства «Кетлеров». Кетлеров. У меня там не вышли, значит, в этом году и, вероятно, не выйдут и в следующем две книги. Вот, поэтому, пожалуйста, не подходите, вот, и я буду очень не рад, значит, встретиться, вот, как со своими читателями, так и с некоторыми руководителями этого издательства. Вот. Что еще хочу сказать? Вообще, всегда на любом фестивале книжном, на любой ярмарке, на любом мероприятии, вот, где вы меня можете не увидеть, значит, в Москве, имейте в виду, что я человек открытый. Вот. Я с удовольствием, вот автограф-сессии, сейчас я читал автограф-сессии там у разных писателей. Да пожалуйста, пожалуйста, вот понимаете, возьмите любую мою книжку, если найдете, вот, что вряд ли. Ну, я, например, вот не могу, но вы найдете. Вот, пожалуйста, не подходите, я не дам автограф кому угодно. Вот, я очень люблю не давать автографы. Вот. Ну ладно, мне тут что-то какое-то издательство опять не пишет. Вот, я им сейчас не отвечу. Вот, и потом еще, может быть, с вами немножко поговорю по поводу предстоящего нон-фикшена и наших с вами там замечательных, я уверен, и очень плодотворных, очень интересных таких вот не встреч. Спасибо за внимание.